сходить, согласитесь. Во-первых, смешное рассказать. Я в этом музее. Ну, естественно, там вот, естественно, нельзя говорить по-русски. В этом музее нельзя говорить по-русски? А тогда как вы... Подожди, ну ты ж Штирлиц или не Штирлиц? Ну ты приходишь в музей Бандеры, потому что там по-русски говорить. Если я когда-нибудь приду в музей Бандеры, то это будет уже музей истории воздушных десантных войн. Понимаете? Это единственное условие, на которое я готов к нему приблизить. Экскурсию по Украине. Я фотографирую, подъел с вами мама, которая сейчас там слушает. И говорит... Почему? Почему говоришь шепотом? Почему ты говоришь со мной по-французски? Я же говорю, что с тобой случилось? Это было интересно.